Добрый день, уважаемые инвесторы, партнеры, коллеги, просто зрители, хейтеры и все интересующиеся. Сегодня мы с вами снова находимся на строительной площадке. Площадка номер 16. Технополис Москва, Зеленоград, Алабышев. Сзади меня находится фундамент. Вы их видите, вы уже насмотрели фундаментов много, но сегодня небольшое отличие, есть очень небольшое отличие в том, что это фундаменты последние в этой серии, что мы наблюдаем в этом здании, завершающая часть работы над нулевым циклом. И поделываются фундаменты под монтаж металлоконструкции административно-бытового комплекса, АБК. Вот, в принципе, раньше эти работы было сделать невозможно, потому что если камеры немножко, ребята, довернут, доверните кто-нибудь камеру и покажите, что делается, да? Здание вплотную подошло к вагончикам. Пришлось демонтировать часть вагончиков. Только что здесь проводили уборку плит. Часть плит была демонтирована, там мы видим, сейчас рабочие работники убирают остатки грунта, вот. И уже мы видим, что частично выполнена обратная засыпка. Буквально в течение 2 дней здесь все будет закончено. Закончатся работы по бетону, вот эти стоят свободные сейчас основания, бетонные фундаменты. Через 2 дня они будут уже глубоко в землю закопаны. Посмотрите. Вот это вот 1, 2, 3, 4 фундамента. На рендере вы видели, что над входом нависает вот такая часть. Вот здесь вот будет вход здания. Вход здания. Если вот видно, да, вот сейчас камеры показывают, видно, что вагончики вон они. Места для работы крайне мало. Площадка у нас не такая большая. Поэтому вот эти работы пришлось выполнять только на завершающих этапах. Только на завершении этих этапов. Раньше это сделать было невозможно, потому что надо было использовать площадь, потому что раньше у нас здесь было много кранов, 6. Сейчас мы не можем такое количество использовать. И вот эти вот площади, где сейчас монтированы вот эти фундаменты под заливку, раньше мы использовали, вернее, строители использовали для того, чтобы выполнять монтажные работы. Сейчас сюда кран не поставишь. Никак, остается вот одна дорожка для монтажа центрально, где сейчас стоят камеры, я нахожусь. Вот поэтому площади уже не те, размах не тот. И если раньше на монтаже было 6 кранов металлоконструкции, то сейчас у нас работает всего лишь 1. Ну, мы посмотрели, где здание начинается, административно-бытовой корпус. Сейчас пройдем, где он завершается. Вот мы сейчас находимся сюда. Находимся как раз в конце административно-бытового здания. Сзади за моей спиной видна бетонная стенка. Это так называемый противопожарный разрыв, который отделяет нас с вами производственный участок от административно-бытового, от АБК. И вот сейчас, если камеру развернуть, разверните, пожалуйста, туда вперед, покажите, видите, там рабочие сейчас демонтируют плиты. Те плиты, которые мешают производству работы, обратно засыпь. Сейчас часть плит снимают. Раньше там стояли вагончики. Теперь все. Теперь все. Сейчас освобождают место для того, чтобы можно было поставить краны. И, в принципе, если нам ничего не помешает, рабочим ничего не помешает, 15 сентября мы должны увидеть полностью завершенный монтаж металлоконструкции всего этого комплекса. Вот смотрите, край залитого фундамента, и вот вагончики рабочие. Вот видно хорошо, да, вот заканчивается фундамент, и вот вагончики. Дальше нам некуда двигаться, поэтому все впритык. Все впритык, поэтому нет возможности развернуться, нет возможности сейчас сделать, ну, большой объем работ делать. Поэтому и монтажников меньше стало. Ну и вот бетонщики сейчас закончат работать по фундаментам.
и все силы будут брошены на вот эти вот вещи. Вон перед нами вот с левой стороны здание, это лифтовые шахты, лестничные пролеты и так далее. Все силы будут брошены туда, уйдут. А здесь будет идти монтаж. Поэтому, как говорится, нет худа без добра, да, провал поступления средств компенсировался нескольким провалом в работе. Небольшим. Ну как, это не провал в работе, да, это вот завершение одной части работы и начало других работ предшествующих. Хотя на завершение закрываются все суммы, потому что то работали авансы, а сейчас сдаются акты выполненных работ. И очень большие средства выплачиваются. Поэтому я предупреждал, что мы работаем сейчас с колес. Работаем по факту, в режиме реального времени. Деньги поступили, в этот же день деньги ушли в оплату. И напряженная ситуация-то сохраняется, но острота потихоньку-потихоньку находим способы демпфировать остроту эту и остроту снимаем. Вот сзади, за моей спиной, находится шахта. Она в опалубке. И вот эта шахта, это один из очень достаточно сложных участков работы. Почему? Потому что, представьте, допустим, если бы мы, вернее, работники смонтировали шахту, отлили из бетона, и отклонились бы на 2-3 сантиметра, металлоконструкции бы не попали. Поэтому надо было двигаться и шахтой, и собирать металлоконструкции. И вот сейчас идет сопряжение металлоконструкции и бетона. При этом самая большая сложность – это установка опалубки. Ну, то, что подать бетон, это бетононасосами, туфельками – это не проблема. А проблема вот с монтажом, правильным монтажом опалубки с учетом всех вот особенностей бетона, арматуры и так далее. Но, как видите, уже подошли к перекрытию между вторым и третьим этажом. Видно, здесь вот видно, монтажники сейчас выполняют монтаж элементов кровли на низкой части пристройки. Вот. Так что все готовится к тому, чтобы можно было начинать работы по кровле. С квадрокоптером ребята показывали уже вам. Надеюсь, или покажут дальше. Масштабы здания и масштабы работ по перекрытию. Потому что вот видно отсюда, даже отсюда видно, что профлист разложен полностью. Вот, и сейчас он подготовлен к гидроизолированию, чтобы бетон не протекал. И сейчас мы согласуем цены на сетку, которая будет раскладываться. И будем готовиться к заливке. Заливки перекрытий. Это будет очередной этап масштабной работы, очень масштабной. Перекрытие будет заливаться толщиной 16 сантиметров. Все это увидите, все это будет. И вот, в принципе, все, кто не верил, реализуемость или в реальность. Вот оно, реально. Может, для кого-то это нереально, может, это придумано, может, это нарисовано, может, это постановочно, может быть, это совершенно другой объект. Но если сейчас вот операторы развернут камеру на 180 градусов, вот там видно надпись для всех неверующих ФОМ. Вон она, да, надпись ОСЗ Технополис Москва. Читать умеющий просчет, глаза имеющие увидят. Имеющие уши, да услышит, как говорится. Вот. Поэтому подтверждение есть для того, чего и где и как мы находимся. Ну а теперь мы пройдемся вокруг здания немножко, туда, в сторону склада. Вот сейчас подойдем к одному месту еще интересному. Операторы покажут нам его. Вот это колодцы ввода. Сюда показываю. Все подготовлено, арматура стоит, расставлена, опалубка стоит, арматура связана, опалубка стоит, все готово к заливке. А вот передо мной вот туфелька стоит с бетоном. Ждут сейчас, миксер придет и будут продолжать заливку.
Вот можно посмотреть здесь склад. Покажите, пожалуйста. Вот склад с арматурой. Видите, склад практически пустой уже. Арматура уже заканчивается. Потом, по мере того, как завершаются бетонные работы, завершается арматура. Посмотрите, насколько просторно здесь стало. Сзади, за моей спиной. Склад, который был завален металлоконструкциями для здания. Тут уже остатки. Хотя, по мере того, как выбирали, сюда регулярно подвозили еще и еще, еще металлоконструкции. Те, которые раньше не помещались, сейчас все здесь. Ну, если вот так вот показать тоже вид, здание видно, какое у нас с вами красивое. Ну и вот здесь покажите, пожалуйста, вид, вот отсюда покажи. Вот здесь задней части здания видно, что шахта прошла уже уровень перекрытия между первым и вторым этажом. Проходит сейчас опалубкой второй, третий этаж и с выходом на крышу. Вот сейчас уже вот тут работы подходят к своему логическому завершению. То есть с этой стороны сейчас пройдем к тому концу здания. Вот за моей спиной шахта. Видно тоже, что прошли перекрытие первого, второго этажа, выходит перекрытие второй, третий этаж. С этой шахты уже практически тоже сложные этапы работ прошли. Вот. Ну а впереди вот можно показать панораму, что делается. Вот та шахта у нас в опалубке. Здесь арматура связана, две лифтовые шахты. Подвезли сейчас туда опалубку. Третий марш лестничный, четвертый вернее, тоже уже готовится под установку опалубки. Вот так вот. Здесь вот колодцы сзади. Они тоже подготовлены, уже сейчас будут устанавливать опалубку под заливку. И, в принципе, мы видим, что задняя часть и левая сторона уже установлены цокольные плиты. Здесь зальют и замкнут цокольные плиты. Вот там сейчас кран, мы видим, стоит, выгружает элементы перекрытия. Вот туда складируется, да? Здесь мы видим впереди, вон каток укатывает уровень. Мы с вами видим, что осталось еще один слой подсыпать, и мы выходим до уровня пола. Вот. Так что вот такая картина. И объем работ сделан сумасшедший, очень большой. Очень тяжело, тяжело было начать, конечно, но, наверное, тяжело будет завершать. Почему? Потому что на первых этапах, когда все это было очень рискованно, непонятно, многие шли, инвестировали за счет дисконта, а может получится, не получится, если получится. Но есть определенная часть людей, которые легки на подъем, они поднялись, обеспечили старт этому проекту. За ними подтянулись те, кто им доверял и так далее. Но сейчас люди, которые входили на первом этап, на первых этапах, они прагматики, они работают за счет дисконтов. Нравится им это. Ну и это и правильно, потому что на один вложенный рубль можно с дисконтами получить 3 рубля. Это выгодно, это выгодно. Сейчас же дисконты ниже. Вот, поэтому сейчас ребята из Solar Group ищут варианты, как можно привлечь эту категорию людей. Вот это одно. А второе, есть еще у нас с вами неохваченная часть людей с низким уровнем дохода. Поэтому целесообразно сделать пакеты еще меньше, допустим, по $250. С разбивкой там на длительное время, чтобы месячные платежи были низкими и доступными для людей с меньшим, с небольшим уровнем дохода, чтобы они тоже стали соинвесторами. Потому что, ну, вот видно же, да, что вот построив такие махины, сделал такие вложения,
Обратно дороги нет, есть одна дорога. Завершить, довести до ума стройку, запустить объект в работу и получать прибыль. Но сейчас все зависит, как я уже говорил, от инвесторов, от их возможностей. Свои, как сказать, свою квалификацию, свое умение, свое знание, свой опыт мы, по-моему, продемонстрировали. Вот, и то, что мы умеем делать, команда умеет делать, по-моему, это очевидно из всего того, что вы видите. Потому что было очень сложно, очень тяжело, очень трудно убеждать, имея только голую идею и подтвержденные результаты экспериментов, переменчиков, те, что показано, ну, технология, реализуемость технологий, но мало кто мог бы поверить в то, что команда, помимо того, что придумывает технологию, может еще сделать вот такое, как это. Я надеюсь, что впереди у нас много будет интересных событий, волнительных моментов. Будет много чего интересного, что рассказать, показать. Но уже то, что вы сейчас видите, оно имеет свою цену. Оно уже ликвидно. Это уже ликвидно. Но, как говорят, сделать здесь супермаркет или какие-то склады или автосервис, вряд ли получится, потому что это здание для этого не предназначено. Вот, поэтому офисы здесь сделать, ну, я не знаю. Это уж слишком отчаянный шаг, да, поэтому вот здание это спроектировано именно под те задачи, которые мы планируем решать и будем решать с вами. Вот, и только под них, только под них. Поэтому следите за репортажем. Ребята будут снимать, показывать, Александр будет рассказывать. И больше слушайте свой разум и свое сердце. И меньше всяких там авторов мнений или авторитетов мнений, или как их называют, да. Вот я забыл, ну, в Ютубе там всякие бродят, да, которые генерируют мнения, да. Рассказывают и почему-то им очень верят, хотя кто неудавшийся повар, кто-то неудавшийся плотник, кто-то неудавшийся менеджер, потому что проекты часто подтягиваются люди и стремятся попасть, те, которые угробили свой бизнес, те, которые не смогли ничего сделать, те, которые начитались всякой литературы, фигни, причем от лиц, которые никогда в своей жизни не создавали ничего подобного и не имеют ни компетенции, ни знаний, ни опыта. Таких очень много. И они очень любят ездить по ушам, потому что у них других источников доходов нет и другого возможности поиметь деньги нет. Они всегда, как рыбы-паразиты, к крупным животным прилипают, как рыбы прилипали к акулам, китам и так далее. Вот это у них один шанс на прокормиться. Но паразитов надо периодически вычесывать и не подпускать близко даже. Поэтому авторов мнений, генераторов мнений всяких, гоните в трещи. Верьте себе, верьте своим глазам, то, что видите. Удачи всем. Хорошего завершения недели, хорошего настроения. Хорошо провести остаток лета. До новых встреч.